Всем привет! Рада видеть вас в своем новом видео с тренировками. Прошу прощения, что на той неделе не вышло ни одного ролика с тренировками, потому что я под конец недели, когда планировала снимать тренировки, чуть-чуть приболела, у меня болело горло, потом у меня был насморк, и даже сейчас, наверное, вы можете слышать на записи, что я как-то чуть-чуть не очень здорово разговариваю. Слава богу, температуры не было, потому что тут два моих родственника просто болели с сумасшедшей температурой, с сумасшедшими осложнениями. Но у меня ничего такого не было, слава богу. Вот, сегодня мы снимаем такую тренировку, которая совмещает одновременно и руки, и пресс. Мои две самые слабые стороны, потому что хоть у меня достаточно сильные руки, то есть я могу носить там тяжести и все такое прочее, но вот все, что касается планок, вот этих всех вещей, мне очень тяжело дается, статичные упражнения с руками связанные. И отжимания тоже, это вообще не мое. Так что, если в этом видео вы увидите какую-то такую немного напряженность на моем лице, кровь, приливающую к нему пот и все такое прочее, все нормально, это просто тяжело мне дается, честно. Так что я буду мучиться вместе с вами. Пресс тоже не моя сильная сторона, поэтому почему бы нам вместе не заняться развитием этих групп мышц. Руки, плечи и пресс. В этой тренировке все это будет объединено. Я напоминаю вам, что нужно подписаться на мой Boosty, там будут выходить ролики, посвященные тренировкам, которые без болтовни лишнего, просто его включаете и сразу начинаете заниматься. То есть без вот этой вот лишней воды. Ролики будут как с платным доступом, так и с бесплатным, я то, что даже публикую. То есть вы можете оформлять любую подписку, которая там мне предложено, и мне будет очень приятно, вы будете поддерживать мой канал тем самым и мотивировать меня снимать другие еще тренировки. И также у меня будут еще другие проекты, я уже жду, не дождусь, когда у нас наконец высохнет манеж и будет хорошая погода, я буду снимать просто все, чем я занимаюсь со своим конем, как с молодым, так и со стареньким, вот. И мы все это расскажем, покажем, как улучшить свои навыки верховой езды, неважно какого вы уровня, это всем пригодится, это всем полезно. Просто это поможет вам также разнообразить ваши занятия и обязательно победить всех в этом летнем сезоне. Я вам отвечаю, вот просто доверьтесь мне, я вот человек, вызывающий доверие, наверное. После хорошей тренировки было бы неплохо сесть, а лучше лечь и посмотреть что-нибудь интересное по телевизору. Я вот, например, когда был... или выпуски пацанок, я просто обожала их смотреть, хоть мой муж очень сильно сопротивлялся, но мы все равно смотрели эти вместе, мне это очень нравится, и выходят они на премьере. И именно там, по моему промокоду, можно получить 45 дней подписки за 1 рубль. Далее подписка будет стоить 299 рублей в месяц. Акция доступна для всех клиентов по всей России без активной подписки. Ни слова больше, переходим к тренировке.
hold up. If you turn around, you gon' face the lid. Shoot from above, go to sleep, you're dead. What? What? You got the move.
Потрудились сегодня, просто все большие молодцы. Если вы досмотрели до этого момента, я вас всех поздравляю. Увидимся в новых роликах, подписывайтесь на все, что я говорила ранее, и приходите в описание, там тоже много всяких интересных ссылок. Я рекомендую везде подписаться, потому что везде очень интересно. И всем пока!